Прибрежное сельское поселение – одно из самых цветущих и благоустроенных не только в нашем муниципалитете, но и в Краснодарском крае. Благодаря вниманию и заботе властей всех уровней – местных, районных и краевых – с каждым годом удается не только поддерживать, но и улучшать уровень благоустройства. Первоочередное внимание в поселении уделяется улучшению состояния дорог. В Прибрежном много асфальтированных дорог, что не может не радовать. Но и ремонт их, обновление асфальтового покрытия требует немалых средств. Благодаря успешному участию поселения в краевой программе удается получить финансирование и направить его на дорожный ремонт. Мы участвуем в программе капитального ремонта дорог, и благодаря краевому бюджету и нашему маленькому софинансированию, 4% всего, нам удается каждый год вступить в эту программу, и в результате получается ремонтируем дороги, потому что есть обращения граждан, которые мы должны выполнять, ну и, естественно, комфортные условия создавать. В нынешнем году порядка 10 миллионов рублей будет освоено в сфере ремонта асфальтового покрытия в сельском поселении. Подрядчик, выполняющий работы, хороший, и качество отремонтированных дорог высокое. Мы уже сделали агрономическую, сегодня выполняются работы по улице Кладя, улица Малая, улица Дачная, Плодовый переулок. Все, что запланировано, выполним, и сейчас готовим сметы на 2021 год, чтобы войти в программу 2021 года. Жители Прибрежного сельского поселения очень довольны, что их пожелания притворяются в жизнь. Выбоины были местами, асфальтное покрытие было неровное. Но вот за 2 дня нам сделали ровное асфальтное покрытие, ровная дорога. Мы довольны. И подъезд к школе, спасибо, сделали хороший. Более 3 километров свежезаасфальтированных дорог появится в этом году в поселении. Но на этом здесь, конечно, не успокоится. И в будущем году работы по благоустройству будут продолжены. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».